Маме, помаши ручкой, маме. Привет! Привет! Куда вы идете? Детский садик вы идете. Ой, кто это? Детский садик. Идем в садик с папой. Папа, я стою за ворот. Я не буду стоять за ворот. Я с тобой буду. Пойдем за ручку, а мы... Давушкин шкафчик. Это твои сандали. Ты не будешь больше уходить. Не будет уходить. Ух ты, вот это да. А что это такие быстрые хаты? И я, ну, видишь, мне такие. Вот это да. А что ты хочешь? Уходим, давайте. Мы не уходим никуда. Давушка. А Лилия Николаевна с тобой гуляла? Да. Да? А детки гуляли с тобой, дружили? Да, дружили. Угу. А кушать тебе давали? Нет. Не, а детки кушали? Угу. Тоже не кушали? Понятно. А чем ты игрался? Какими машинками? Нет. Какими игрушечками ты игрался? Будь здоров. Давуля, Давуль, а ты за мамой и за папой скучал в садике? Да. Да? Сильно-сильно скучал? Да? А я думал, что вы усы. Нет, мы стояли за заборчиком и наблюдали за тобой, смотрели, чтобы тебя никто не обижал. Заборчиком? А за тем железным заборчиком стояли. Я вас не вижу. Ну так правильно, мы ж прятались, чтобы ты нас не увидел. Мы тихонечко стояли, смотрели, как ты играешься. Зачем от меня прятаться? Я же хороший. Хороший. Что ты еще расскажешь нам? Тебя никто не ругал в садике? Нет, не ругал. Нет, не обижал никто? Только тетя обижала маленьких деток моих. А что она им говорила? Чтобы они... Далеко не ходи, девочкам, мальчикам. А с девочками ты дружил? Да. Да? Девочки уже с тобой делились игрушками? Нет. Нет, все равно жадничали? Да. Вот жадинки такие. Ну ничего, ты с ними подружишься, они будут с тобой делиться, да? Да? Да. Давай ходить в этот... Парк. В парк? Да.